Друзья, всем привет! С вами на канале Твой Игровой. Сегодня Славик, Вова, Денис, меня зовут Филипп. Настольная игра Doom сегодня у нас на столе. Купить настольный Doom, а также многие другие игры и аксессуары можно по ссылке в описании в фирменном магазине Hobby Games. Покупая игры по нашим ссылкам, вы поддерживаете канал Твой Игровой. Ну, все, наверное, знают видеоигру Doom. Ну, олдскульные геймеры уж точно. В общем, сегодня мы поиграем в ее обновленную версию. Здесь вообще игра изначально 2005 года, это ровесница первого Десента. Эта версия переиздания в формате нового Дума, то есть современный Дум, который 2016 года видеоигра. И здесь поменялись на самом деле некоторые механики. То есть старый Дум он был так себе, здесь допилили. Менялось все-таки, да? Да, менялось. Вот это вот колоды, то есть оружие здесь представлено картами. Угу. Это вот новая механика. Изначально он был чуть такой вот десент, короче, недокрученный. А, ну ладно, мы сейчас будем говорить о новом Думе, покажем вам первый сценарий, да? Да, первый сценарий. То есть это не обучающий сценарий, мы в него уже сыграли, сыграли также первый сценарий немножко неправильно. Сейчас переписываем, да. Правила сегодня, как ни странно, расскажет вам Денис. Да, он подготовил. Я где-то здесь. Рассказ правил, да. И будет играть за Оверлорда. Да, эта игра похожа чем-то на Десенту, что один игрок здесь будет отыгрывать за монстров. Все остальные игроки будут этих монстров валить направо и налево. И здесь есть такая не кампания прям, но последовательность сценариев, которую вы типа можете проходить. Вот. Ну что, да, тебе слово тогда рассказываю. Ну, по поводу общего замута, я думаю, все знают. Ну, кто не знает, рассказываем. На Марсе... Бойца накинь, да. Да, на Марсе человечество нашло такую аргент-энергию, так называемую. И, ну, это новый тип энергии, с которым начали проводить разные опыты. Но в итоге оказалось, что эта энергия, она, ну, грубо говоря, прямиком из ада берет свои силы, вот это вот. Это энергия ада. И в результате всех этих экспериментов, как всегда, человек полез куда не надо, на Марсе начали открываться, на этой станции исследовательской начали открываться порталы прямиком в ад, и оттуда полезли демоны. Вот, начали все громить, крушить, как обычно, и объединенная аэрокосмическая, по-моему, корпорация. ОАК. ОАК, да, отправляет на эту станцию отряд десанта. То есть здесь игроки играют за обычных десантников. Не за Думгая, за которого мы играем в игре, а за обычных десантников. У него нет там супердоспехов и так далее. Вот. Отправляет отряд десантников, чтобы этих демонов усмирить. Ну, как бы вот, и вот и весь замут. Потрясающий сюжет. Сюжет просто захватывает своими вот этими роялями в кустах, да, там, да, и так да. далее. Очень много сложно. Сюжетных линий, здесь очень сложные взаимоотношения у персонажей. Поехали дальше. Вообще, из чего состоит игровой процесс? Вначале идет фаза статуса. В эту фазу, это подготовительная фаза, подготавливается колода инициативы, кто как за кем будет ходить. Вот она, да. Вообще, как бы за нее отвечает захватчик, но для удобности компонентов да. у нас Фил будет за нее отвечать. Потом восстанавливаем демонов, которые походили, берем карты событий. Карты событий — это карты, которыми будет играть захватчик. У него есть своя колода. Это карты всяких подлостей, гадостей. Вот, на руке у меня их будет 6. Вот, и каждую фазу статуса я буду до 6 добирать. После этого, потом еще получение аргент энергии, но про нее попозже. И потом начинается фаза активации. Вот. Фаза активации состоит, у нас готовится колода активаций. В этой колоде по одной карточке на каждого персонажа, у нас их трое. И по одной карточке захватчика на каждую группу демонов, которая будет на поле. То есть, например, если на поле будут импы и какодемоны, положим две карты сюда. Вот. Это все замешивается и открывается первая карта. Чья карта, тот и ходит. Следующий, все это заканчивается, опять фаза активации и так далее. Ходы здесь бесконечны до тех пор, пока не будет выполнено условие миссии. Ну, то есть, да, в отличие от Десента, здесь в основном, ну, нет ограничения по времени. Да. Может быть, есть какие-то миссии, но, как правило, нет. Вот сколько я посмотрел, вроде нет. Держи. Непонятно, пока там на этаже найдешь нужную кнопочку. Да, мы играем... Как вообще колода... Как фаза активации
играется. Активация может быть, соответственно, либо активация пехотинца, либо активация демона. Вот. Активация пехотинца как происходит? У него, у каждого пехотинца есть колода карт. Она состоит из 10 карт в стартовой. 4 карты это общие для всех 4 пехотинцев. На них нет значка оружия, да? На них вот такой треугольничек. 4 из 4. Да, все карты здесь вот подписаны. 4-я карта из 4, здесь есть 1-я карта, 3-я и 2-я. Ну, соответственно, понятно. Вот эти 4 карты. Плюс по 3 карты каждого стартового оружия. У каждого пехотинца есть 2 стартовых оружия. Вот, каждое оружие здесь представлено 3 картами. Что может быть на картах вообще? Во-первых, значок действия. Вот этот значок означает, что это основное действие. Свой ход пехотинец может сделать одно основное действие и сколько угодно дополнительных. Вот это основное действие, здесь есть также дополнительные действия. Их можно сделать сколько угодно в свой ход. Есть также значок реакции. Реакция обычно играется не в свой ход, и здесь написано, в каком случае она играется. Да. Что еще есть на карте? Когда он играет вот это основное действие, здесь также есть показатель. Это что, скорость? Скорость, да. Скорости – это то, насколько клеточек может подвигаться персонаж. Двигаться можно по диагонали также. Через своих можно двигаться. То стоит тоже одно передвижение, но останавливаться нельзя. То есть раз, два вот сюда пройти можно, например. Через врагов тоже можно двигаться, но стоит 2 очка движения. Останавливаться, соответственно, тоже нельзя на врагах. Их можно тратить в любой момент своего хода. То есть, например, можно походить на 2, выстрелить и остальные 2 доходить. Вернуться назад, там, например, или еще что-нибудь. Следующее значение – дальность и вот такие цветные квадратики – это, соответственно, атака. Дальность атаки 4, то есть это 4 клеточки, 1, 2, 3, 4, там, ну, понятно, да? И вот это цветные квадратики означают, какие кубики кидаете. Есть 2 вида кубиков – красные и черные. Черные лучше, красные хуже. На красных есть промах и нет тройки. На черных есть тройка и нет промахов вообще. Тут как минимум один будет. Вот. То есть в данном случае будешь кидать красный и черный кубик на дальность 4. Линию видимости еще расскажи, пожалуйста. Так, линия видимости. То есть атаковать, соответственно, можно только тех, кого ты видишь. Как считается линия видимости? Берется угол твоей клеточки. Вот. И если из этого угла можно довести до другого угла этой клеточки, до любого угла монстра, линию, которая не будет пересекать стены, либо непроходимый ландшафт, который закрывает видимость, то ты его видишь. Если хотя бы одна линия пересекает, ну, грубо говоря, прерывает видимость, да. Прерывает видимость, то есть, грубо говоря, он стоит вот здесь, да. Твой вот здесь. То есть вот из этого угла ты можешь провести в этот угол свободную линию. Ты его видишь. Вот. Но проводя вот из этого угла вот в тот угол, ты пересечешь своего. Это значит, что он находится в укрытии. Вот. Что означает укрытие? Он не будет... Он может перекинуть свое значение защиты. Разве? Там при попадании ты проходишь проверку, открываешь карту. Да. И смотришь, если есть щиты, ты столько попаданий по тебе отменяешь. Вот. Соответственно, если он в укрытии, то если ему не понравился результат на первой карте, он может открыть вторую, но второй результат обязан применить. Тут есть еще на проверке, ну, помимо щитов, 1, 2, там, 3 щита, есть вот эта полная отмена атаки. Это уклонился, полностью защитился. То есть твои карты, которыми ты играешь, они же и на проверку листаются. Да, я листаю вот эти. Разве союзник свой перекрывает видимость? Свои, да. Да, да, перекрывают. Да. Это в десенте тоже перекрывают. Поменяй, пожалуйста. Ну, давай уточним. Давай уточним. Это вот да, ну нужно уточнить, потому что в некоторых играх перекрывают, в некоторых не перекрывают. Давай уточним. Я, если честно, вот не помню. Фигурки, я помню, да, точно. Фигурки не перекрывают поле зрения, но дают укрытие. Угу. То есть ты его видишь. Видишь, но... Но он если укрытие. Он стоит за фигуркой, он в укрытии. Заберите его. Сложение скорости, спрашивает Слайк. Если, допустим, я сыграл одно действие, здесь так. Три. Так. Я пошел на два.
То есть одно у меня осталось очко в запасе. Потом я играю действие на один. У меня будет один, или это сохраняется, поскольку я действие отыграл. Все очки движения сохраняются до конца твоей активации. Как только активация закончилась, если у тебя что-то не есть, не использовано, они сгорают. Все, окей. До конца активации. Так, на чем мы остановились? Про атаку объяснили. Да. Про защиту объяснили. Угу. Вот, теперь как демоны. У демонов все примерно то же самое. У них есть, во-первых, свои свойства. Скорость. Все то же самое, как у всех. Дальность атаки, количество кубиков, которые он кидает. Его здоровье. Сколько у него жизни вообще. В данном случае вот этот щит означает, что у него есть встроенный щит. То есть у него всегда есть один щит. И вот здесь внизу есть значение у демона. Вот здесь маленькое. Это значение шаткости, так называемое, или шатания. Шатать его можно, шатание. Короче. То есть, если ты вносишь в него 4 урона, он, как в игре в компьютерной, вот этой последней, он стоит и начинает шататься, светиться такой и шататься. И теперь, если встанешь на его клетку, он автоматически умирает. Ты, плюс... типа, ты типа подошел, добил его. Плюс за это фаталити ты берешь еще вот эту карту. И восстанавливаешь 2 здоровья. Там, там на карте. А там, там есть какие-то свойства там прикольные. Ну карта такое. Все. Все. Это просто. То есть у кого-то больше, у кого-то меньше, у этих 3, там 6, у кибердемона 15 и так далее. Не забывайте, для того, чтобы наступить на клетку с демоном, нужно потратить одно дополнительное очко. Два. То есть, чтобы наступить на клетку с демоном и добить его, нужно 2 потратить очка. А-а-а. Ну да, да, да. Это важно. Да. Ну то есть ты стоишь, чтобы наступить на его и добить его, нужно 2. А-а-а. Ну как обычно пройти на фигуру. Да. Да, да, как просто. Скорость 3. По сути, ты наступишь на одного. Да. Бред. Это же дополнительно. Ты еще накидаешь. Ты можешь еще накидать себе, да? Плюс? Да, давай. Итак, у нас спецоперация «Черный епископ». Миссия 1 по колено в мертвецах. Предупреждение. Обнаружена брешь в системе безопасности на фабрике «Лазарь». Огневая группа ОАК отправлена вернуть экспериментальные образцы с минимальным сопутствующим ущербом. У нас к каждой миссии написана карта цели, которая здесь будет играться, и карта угрозы. Их несколько разных. Вот карты цели, там карта угроз. Карта цели у нас сбор образцов. Пехотинцы, ваша задача, чтобы выиграть, получить все жетоны целей. Жетоны цели сейчас 3. Раз, 2, и вот он на третий. Захватчик, чтобы выиграл я, получить 6 жетонов убийств. Жетоны убийств, это когда я убиваю кого-то из вас, вы восстанавливаете... А, не рассказали про телепорт. Сейчас, секундочку, я это и напомню про телепорт. Вы восстанавливаетесь на ближайшем на телепорте, на котором хотите. А я получаю вот такую штучку. Как только 6 я наберу, 6 раз вас убью, я выиграю. Дальше. После того, как захватчик призвал демонов из портала с жетоном цели, он прикрепляет этот жетон к одному из этих демонов. Вот сейчас я призову вот здесь вот группа демонов из желтого портала. Я выберу демона, к которому вот этот жетончик присоединится. Этого демона, он считается приоритетной целью. Его нельзя убить вот этой вот зверским атакой. То есть на него не катит это. И когда фигурка с жетоном цели убита, положите жетон на ее клеточку. Пехотинец может получить этот жетон, передвинувшись на эту клеточку. Как только вы переходите на эту клетку, ты его забираешь себе. Точно так же они выпадают с них, потому что здесь просто фигурка с жетоном цели убита. То есть если я убью вас, у вас будет жетон цели, он упадет. Грубо говоря, вам нужно забрать образцы демонов и... Как только вы 3 их собираете, вы выигрываете. Да, слушайте, и в конце, в конце раунда для каждой приоритетной цели я положу один жетон аргент энергии на этих демонов. Что вот как раз таки пришло время рассказать про аргент энергии. У каждого демона есть, помимо его основного свойства, мы их потом зачитаем, когда эти демоны появятся, есть свойство, которое я могу... применить и использовав аргент энергии. То есть на них тут будет копиться жетоны аргент энергии, я могу его потратить и сделать вот это свойство. Все просто. Эти свойства уже конкретным демонам расскажем. Как будет, и в конце раунда, чем дольше, грубо говоря, вы убиваете этого демона, тем больше на нем уже аргент энергии будет. Это вам понятно. Теперь у нас есть еще карта угрозы, это заражение. Вот, подготовка. Захватчик призывает демонов из каждого портала, который лежит лицевой стороной вверх.
Как вообще это происходит, призыв демонов? У меня есть карта, на которой нарисовано, кто написано, из какого портала, кто какой вылазит демон. Эта карта обычно обусловлена сценарием. Этим сценарием карта атака импов. То есть у меня их много разных, но в данном случае у меня нет выбора. Вот. Как это происходит? Вот сейчас поехали. Вот, например, синий портал. Из синего портала я могу выбрать либо вот эту группу призвать, либо вот эту. То есть это я призываю либо 3 импа, либо 2 импа и 2 аргент энергии. Вот эту аргент энергию, которую я здесь получаю, я должен распределить на карты этой же группы. Ну, грубо говоря, тут всего одна. То есть я на этих же импов и положу. Вот, я так и сделаю. Я вызову 2 импов. Я могу класть на клетку с порталом и на клетке рядом с ним. Если не хватает места, то как можно ближе. Я хочу поставить вот так. И нахожу здесь карту демона этого, импы. И кладу на него 2 аргент энергии. Теперь призову из этого, а потом про всех демонов расскажу, что у меня здесь такое вылезло. Дальше. Тут желтый портал. Они в порядке сложности. Типа, это самый простой, желтый покруче, красный самый крутой. Из желтого я могу выбрать 2 импа, 2 какодемона, 2 аргент энергии, 2 импа, 1 ревенант и 1 аргент энергии. Вот. Я хочу ревенанта. Вот. Я вызову здесь ревенанта. Его я поставлю вот сюда. 2 импов. Вот сюда. Ревенант будет носителем. Ревенант жесткий пацан. Положи на его картонку просто. Их может быть нет. Но он... Он один сейчас. Ну сейчас один. Да, пусть сделает, как ему удобнее. Не весь. Или между ног засунь. Себе засунь. Не, ну там будет лежать вот так вот по диагонали, никуда не денется. Один ревенант и 1 аргент энергия. Сейчас я найду... это... Ревенанта. Найду ревенанта и положу на него аргент энергии. Собственно, все. Это вот а старт. Оранжевый. Нет. Пока нет. Эти порталы, смотри, видишь, они неактивные. А. Когда вот. Дверь откроешь, это они дальше. Полезны. Здесь написано. Когда пехотинец открывает дверь, каждый жетон портала, до которого от пехотинца, можно проложить непрерывный путь из соседних клеток. То есть каждый портал, который не отделен от пехотинца, перекрывающим ландшафтом, стенами и дверьми, ну, грубо говоря, все в этой комнате, порталы активируются. Они становятся активными. И как только они становятся активными, я из них призываю демонов. И порталы убираются. То есть вот здесь два портала. Здесь синий и вот здесь красный. Вот так положим. Вот здесь желтый портал. И два синих. То есть любую вот из этих дверей открываете, вот эти три портала активируются. Здесь вот эту дверь открывается, вот эти два портала активируются. И сюда. Все активируются. Отсюда нельзя проложить. Можно. Вот. Тран-тан-тан-тан. Вот это все одна комната. В смысле, не по прямой линии, а путь. Просто путь. То есть... Херово линию видимости. Все, захватчик призывает... Затем захватчик призывает демонов в каждого портала, который лежит лицевой стороной вверх. В конце активации этого пехотинца за каждый тип демонов, который был призван и которого не было на поле до этого, замешайте одну карту инициативы захватчика в оставшуюся колоду инициативы. То есть, например, сейчас у нас сформирована колода инициативы. Ты открываешь дверь, здесь появляется еще один тип демонов. Например, третий. То есть сейчас у нас два всего демона. Вот будет у нас кого. Здесь появляется третий тип демонов, а вот там осталось вот так, грубо говоря, три карты. Вот. Я беру еще одну карту захватчика, сюда ее кладу, вот это перемешиваю. То есть, чтобы у них был шанс еще походить в этом ходу. Ну и все. И еще одно условие. Демоны не могут открывать двери, если на поле есть портал. То есть, если порталов на поле не будет, демоны могут открывать дверь. Вот так не будет. Ну сейчас их нет. Ну вот, например, вы вот эту откроете. Нет, есть на поле порталы. Вот порталы. Когда вот это все активируют, демоны смогут открывать дверь. Да, и дверь открывается. Зачем им это нужно, непонятно, но. Короче, когда дверь открывается, обратно она уже не закрывается. Да, если дверь откроешь, обратно не закрывается. Как вы говорите? Открой дверь. Странная дверь. Ну, такая вот странная дверь, да. Так, давай вот так вот положим, чтобы видно было зрителям. Про телефраг, я думаю, не надо рассказывать. Ну, короче, вот эти телепорты открываются как? Смотри, и когда пехотинец наступает на телепорт, у нас есть активированный телепорт и неактивированный. Он активируется. Вот. После этого вы можете телепортироваться между телепортами, считаю, соседними клетками. То есть ты здесь стоишь, раз, и пошел дальше.
Также в этих телепортах можно восстанавливаться, когда ты умрешь. Ну, даже нужно. И ты сам выбираешь, в каком. Еще телефраг. Что такое телефраг? Если демон стоит на портале, и ты в это время с этого портала телепортируешься сюда, он автоматически умирает. Или возрождаешься. Или возрождаешься на этом портале. Да, но я не идиот, где вот демона ставить туда не буду. Но просто есть такое правило. Это, типа, это... Ну, может, есть какое-нибудь отталкивающее оружие, когда один может оттолкнуть, да, второй, да, перелететь, да, да. Короче, тут все, ну, на как бы есть такое правило. Дальше, вот это аптечки. Когда ты становишься на нее, ты можешь подобрать, можешь не подбирать. Она скидывается, ты 5 здоровья восстанавливаешь. Да, ну и оружие также подбирается, оружие, соответственно, да. Ты получаешь карты, да, да, рассказывал. Есть еще два оружия, которые здесь лежат. Это пулемет и бензопила. Они типа покруче стартовых, у них такие вот... Да, как только ты берешь этот жетон, ты берешь еще 3 карты этого оружия и кладешь сверху свои колоды. А, все, в принципе. И теперь у тебя будет колоды 13 карт. Ну все, let's go. Let's go, давайте я расскажу про импов и погнали. Давай. Ты подготовил колоды? Да, 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 2 группы замешал твои сюда. 2 мои группы и 3 ваши. Хорошо, замечательно. Итак, у меня есть импы, у них 4-я скорость, 4-я дальность, 2 красных кубика. В общем, импы, короче, самые слабые в этой игре. У них всего 3 здоровья, и единички достаточно, чтобы он начал шататься. Дальше, у него есть свойство бей-беги. После того, как вы совершили атаку, получаете 2 очка движения. Ну, с ним быстро. И за аргент энергию я могу сделать заряженный огненный шар. Перед совершением атаки добавьте к этой атаке 2 к дальности, то есть будет дальность 6, и 1 красный кубик. То есть он будет сильнее бить. Ревенанты. У них 5-я скорость. У него 6-я дальность, 2 красных, 1 черный кубика, 8 здоровья, 6 нужно, чтобы он шатался. У него есть свойство полет. Он игнорирует ландшафты фигурки. То есть, чтобы пролететь мимо тебя, мне не нужно тратить 2 здоровья. Ну, вот, нет, это перекрывающиеся. Игнорировать ландшафт и фигурки. То есть, вообще... есть условия, так это непоходимый ландшафт. Это перекрывает. А, он его тоже игнорирует. Он останавливаться на нем не может, но пролететь может. Угу. То есть это тоже ландшафт. Есть непроходимый ландшафт, это вот это. Он не перекрывает линию видимости, но ходить через нее нельзя. Ну, дыра в полу. Да, грубо говоря. Есть стены, это черные такие. Что еще? И труднопроходимый, это вот такой. Для того, чтобы встать на эту клетку, нужно 2 очка движения. С этой на эту перейти тоже 2 очка. Да. И он, ну, не перекрывает линию. Ну да, обломков там. Да, в принципе, там. Вот здесь есть памятка. Можете пользоваться. То есть именно у нас было уточнение такое, что... Вот здесь есть вторая памятка. Это вот туда. Даже если ты в одну зашел, вроде бы в эту кучу залез, тоже внутри нее на, да, каждую клетку двигаться тоже надо тратить. Это клетка, чтобы на нее да, наступить, да, да, 2 да, нужно. Ну, типа все... в обломках там. Рубишь. Да, 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 лазишь по обломкам. Так, фаза статуса у нас. Фаза статуса... Колоду мы замешали. Замешали. Подготовьте колоду. Есть. Восстановите демонов. Демоны, когда я активирую, они будут вот так поворачиваться. То есть я в следующий раз, когда с карты захвачу их, я уже импов не смогу активировать. В фазу статуса она вернется обратно. После этого я мешаю свою колоду. Беру себе 6 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выберите все по 3 из своих колод. Лидер 4. Помешайте только. Да. Расскажи про лидера, Фил. Да. Ну, там, собственно, все на карте лидера написано. Лидер получает одну дополнительную карту и в свой ход, если он не бегал, может сыграть 2 основных действия. Да, эта карта дается потому, что игроков не 4, а 3. Да, этот лидер обязан будет игрок передать эту карту лидера другому игроку. Фазу в конце каждого раунда. Чтобы каждый раунд... Да, здесь на карте все написано, все просто. Мы еще со свойствами персонажей не познакомились, сейчас быстренько расскажем тоже. За ревенанта я недорассказал. Он летает. Штурм. Во время вашей активации можете совершить одну дополнительную атаку. Он 2 раза может атаковать. Угу. Дальше. И за аргент энергии самонаводящиеся ракеты. Когда вы атакуете, перед броском кубиков посмотрите 3 верхние карты колоды защищающегося. Положите одну из них наверх колоды. То есть не забывай, что этими картами ты защищаешься. Он когда атакует самонаводящийся, я беру отсюда 3 карты. Одну из них кладу наверх. Какая там самая беспонтовая, а 2 под низ. Короче, проверки нам может портить. Да, он портит проверки. Свойство моего персонажа – диверсант. Вы, да, можете игнорировать трату дополнительных очков движения, когда движетесь через труднопроходимый ландшафт и клетки, заняты вражескими фигурками. То есть я вот как раз таки смогу ее быстро добивать. Мне не надо будет 2 единицы скорости тратить, чтобы на клетку с демоном встать.
когда он будет шататься. Ух ты, хорош. Я боец авангарда, я беру карточку безумного убийства. Просто так. Просто так. Когда у тебя ее нет? Если у меня ее нет, в начале фазы статуса. Ну, я специалист по ближнему бою, когда я в пределах двух клеток такую фигурку, могу перевернуть один кубик любой грани вверх. Любой грани вверх. Да. Хорошо. Итак. Любой? Любой. Все, фаза статуса у нас закончилась. Фаза активации. Последовательно. Ну, перед фазой активации я играю карты. Сыграйте карту в начале фазы активации. Паранойя. Посмотрите верхнюю карту колоды действий каждого пехотинца. И положите либо обратно, либо под низ. Под низ, конечно. Пусть тут стоит. У тебя. Окей. Еще следующая карта играется. Непоколебимость. Сыграйте карту в начале активации. Держите эту карту в игре. Значение шаткости всех демонов увеличится на 1. Окей. Они более. Уимпов 2. Уимпов 2. У Ревенанта. У Ревенанта 7. Сбросьте эту карту в конце раунда. Ну, это логично. Все, статус закончился. Да? Погнали. Погнали. Альфа. Альфа, вперед. Ходи. Карты у тебя на руках. Да, у меня на руках. Вот три карты, из них выбираешь одну карту и играешь. Все просто. Вот, смотри, у тебя на выбор всего три карты. А, длинная. Долго думать не надо. Короткие все. Да, я понимаю. О, наконец-то кофе. Маневр. Да, ну вот тут вопрос. Ну, другую карту, но ее скорость будет равна нулю. Это так? То после так, того, как вы сыграли эту карту, можете сыграть другую карту боевого дровяка. То есть вот такую, вот такого типа. Ну я понял. Но ее скорость будет равна нулю. Ну типа она не даст тебе. Ты, ну, она даст тебе дополнительный выстрел, но не даст очки движения. Да, я понял. Ну, вот эту. Я так. Да, мне его нету, поэтому. Озвучивай, пожалуйста, что ты играешь. Боевой дробовик, просто маневр. Маневр, ну, так. Скорость. Основное действие, 4 скорости. Да, и на 4 дальности. Да, пожалуйста. Раз. Два. А вот здесь трудно проходимое. Нет, это непроходимый. Ты идешь. Это непроходимый. Три. Или вообще вот сюда 4. Да, это вообще непроходимо. Здесь нельзя проходить. Да, это. 4. 4. Ну и в него. Стреляй. Да. Для того, чтобы открыть дверь, нужно потратить одно очко движения. Это, ну, вы это тоже не рассказали. Вот. 3. 3. 3. Нет, перевернул в двух клетках от меня, поэтому 4. А. Угу. 4. 1 отменил. Убил. 3. Убил. У него всего 3 здоровья. До свидания. First frag. Да, первый фраг. Не. А, там. Мочи-мочи эту шелупонь. Ну да, быстро выстрел. У тебя карты потом восстановятся опять до трех. Быстро поэтому выстрел. Экономить два красных. Соседа. Тоже в двух лет. Не, он в трех. Четыре. Как боженька бросил. Два. Еще же. Блин. Ну, но шатается. Шатается. Ну, мух, это ровно сейчас шатает. 3-2. Ну все. Я смогу его так чисто бегом убить. Ну все тогда. Да. Следующий. Не сможешь. Раз. А, захватчик. И, конечно же, импы. Кто им остается? Ну, потому что они сейчас сдохнут. Ну, до следующей активации. Итак, первый имп, вот этот, отомсти за него. Вторая, трачу вот эту штучку. У него 3 красных куба и 6 дальности, ну ему хватает. 4. Проверочка. 1. Три тебе? Три. Получите, распишитесь. И у него еще 6 очков здоровья, движения. Раз, два, три. И да, вот здесь. Вот здесь. Да, у него плюс 2. Он атаковал, поэтому ему у него плюс 2. Дальше, следующий имп. Вот этот. Не, давай вот с этого. Этот на 2. Так, нагло на 2 подъем. Здесь стена. А, стена. Ну, раз, два, хорошо. Все, не забываю, что там стена. Также потрачу аргент. Ну, 3 куба. И туда же. Два. Два всего на все. Три. Хорош. Отменил. Отлично, троечка ушла. И это у меня... сброс. Все, ну, это и есть сброс. Раз, два я потратил. Ну, короче, он вернулся на место. У меня просто есть это. И еще один.
И еще один. Раз, два. Всего лишь двумя теперь кубами. За угла. Аргент энергии нету. Хлоп. Три. Три. Хорошо. Два. Один. Тебе. Один. Ну, замечательно. Раз, два. И ушел. Все. Ну. Побежали такие. Да. Все. Они так и делают. Захватчик. Нет, ну, у него было шесть, у того было четыре так бежали. Ничего, ничего. Потому, что ходи, ревенант. Что? Движение у всех по 6 было. Они, все, они просто после атаки получают 2 движения. А, я думал, после. Да. Ревенант ходит. Ревенант. О, опять я? Да. Ух ты, ревенант. У ревенанта дальность 6. Раз, два, три, четыре, пять. А, не, ну давай мы прилетим вот сюда. Чтоб... Это 3. Это 3. Почему 3? Раз, два, да, три. О, вот отсюда. Вот отсюда линия видимости есть. На укрытие нет? Но нету. А вот это желтый. Это вот от этого угла я могу... ко всем четырем. Ко всем четырем. Да, никакого согласен. Укрытия нет. Укрытия нет. Да. Поэтому я атакую тебя 2 раза. Потому что у него есть 4. Давай, и плюс еще и самонаводящиеся ракеты тебе шлепнем. Да, давай. 3. Дай мне. Смотри, я так чувствую, четыре. Альфу выпилят сейчас. Альфа, Альфа, как обстановка, доложите. Да мы его прямо здесь видим. У меня со зрением плохо. Итак, 2 красных, 1 черный. Ну, тоже поверну его. 2 красных, 1 черный. Хлоп. На черном плохо. 4. 4. Ну, 1, 3. 3. Так, хорошо. И вторая атака. 7 у него. Вторая атака. Ну, на аптечку отступай, если выживешь. Ну, если выживу, да. 3. 3. Слабенько, очень слабенько. Привет. Отлично. Уворот. Полный привет. Красавчик лично. А что за самонаводящиеся? Не умничай с этими привентами. Все. Уворот это называется. Да. Давай по-русски. А что за самонаводящаяся ракета была? Ну, это за... Смотрю 3 карты, из них одну оставляю наверху, 2 убираю. Чарли, это я. Подожди, я хочу вот аж вот сюда отступить, у меня 3. Угу. Ну, потом мой осталось. Ход. У меня не очень вот. Ход, конечно. А, вот сюда даже. Добежать надо. Вот так. Играю заряд, возьмите карту действия. Помогло? Нет. Ну, 2 скорости добавил блин, себе. Я давай. Блин. Раз, два. Идиот. Я опять забываю про эти карты. Ладно. Играю. Тройная очередь. Скорость 3. Раз. Два. Три. 3 красных кубика. Когда вы совершаете эту атаку, можете сбросить с руки одну карту, чтобы перебросить один кубик. 3 красных куба. Там 4. Один сбросил. Немножко. Я в этого стрелял, да, естественно. 3. Ну, в нераненого. 3. Тащи проверку. 1. Нанесите это. Ну, хорошо. Он не шатается. Он не шатается. Нет. Ну, быстрый выстрел. Просто из пистолета. Дальность 4. А ты не хочешь там забросить карту, чтобы перевернуть? Перебросить. Нет, это было там карта. А что я бросил? Вот это? Да, вот это. Как у тебя там звучит она? Да, давай, я сброшу еще одну карту и вот этот кубик переброс. Ну, один я типа ему нанес, сейчас вот еще один. И он шатается. Два шатуна. Скорости у меня было 5, я пошел вот отсюда, 1, 2, 3, 4, я всю потратил. Ну и из пистолета стреляется. И из пистолета вот еще, здесь дальность 4, скорости здесь нет уже. Просто 2 красных кубика, у этого 2, стрелять неважно в кого. А разделять можно атаки? Нет, вот в этого. Давай, среднего. Давай, мочи. 4. 4, ну тут убил. Да? Все, выпилили. Минус демон. Ну что ты жизнью какаешь? Поравнялись. Ну и, собственно, Славик, Дельта. Я могу только пробежать, поэтому сбрасываю карту, бегу. Да, бегу, ну шансы есть. Раз, два, три, четыре, пять. Передо мной становись. 6, а то они в укрытии будут все. Да. Ну, шанс застрелить Альфу еще есть. Поехали. Если не я первый. А что, это и все? Все. У меня нету ходьбы вообще, в принципе. А что ты так подставляешься? Ну ладно. Мешай. Статус. Нет, ну эти что же замешивают? Фаза статуса. Поворачиваешь карты. Кто замешивает? Лидер, ничего не замешивается. Нет. Ты добираешь до 3. Остается сбросом. Это остается сбросом. Тяжелый. Как только тебе нужно будет отсюда потянуть, оно замешается. А, все, понял. Лидер я. Сдвинь.
набрали по 3 карты, я точнее 4. Вообще, как бы смотри, карты ты набираешь в конце своего хода. А, окей. То есть в конце активации ты добираешь до лимита. То есть, по идее, ну у тебя, да, сейчас 4. Когда ты получаешь, все правильно. Не-не-не, все правильно. Ты получаешь одну дополнительную карту, когда ты. Когда лидера получаешь. Когда получаешь, так что все правильно. Всё, тут, тут никаких вопросов. Ну что, понеслась? Ну. Так, подожди, ты я. Ты там положи на него аргент. 3, на этого. 4. Да, на ревенанта. Ревенант получил аргент энергию. 5-6. Это все сбрасывается. Все правильно, что я тут взял? Сейчас подожди. Статус еще идет. Гадость. Ладно, нормально, пойдем. Часик все. В радость. Часик в радость. Погнали. Открывай. Альфа. Альфа. А, блин, не выпили. На аптечку беги. Побежало. Раз, два, вылетел 5. Отлично. Не добью альфа. Раз, два, три, 4. Аптечка сбросилась. А как ты побежал? А сколько? А я просто сбросил. А, 6. Сбросил карту. Просто 6. Сбросил. 6. Да. Быстрые действия не будешь побежал. А, быстрые действия. Да, у тебя будет сокрытие. Ну, плевать. Стрельну с быстрого действия. Дальности хватает? 4. 4. Раз, два, три, 4. Да. Вполне. Я в укрытии? Да, пойдем. Давай. Да. Два. Первый. Нет. Ничего. Ну, два. Поглотил все, да. Все, ну, все. А, смотрите, еще тоже не рассказал на камеру. У демонов вот здесь на картах есть еще значок. Ну, видите, вот такой значок. Да, здесь да, как да, на картах. Да. Это значит, что у каждого демона своя реакция на эту тему. Ну, а обоих этих демонов это уклонение. Ну, да, у кого-то все, там щиты, у кого-то еще что-то. Следующий сказал заведующий, захватчик. Вот это да! Ревенант. А, у него дальность 6. Паровозик Томас. Паровозик Томас. Паровозик, который смог. А, раз, два, три, 4, 5. Вот сюда хочу стрелять. Вот этого парня с бензопилой. В меня? Да, в парня с бензопилой. Ты не пожалеешь. Я в укрытии. Хорошо. Да, он все в укрытии, мы тут так говорим. Мы так было порядке, странно. Нормально. Пулеметчик впереди, все нормально. Так, это пока. А я из дробовика вас сзади под бандой. Сейчас. Барнаби. Когда приеду, куплю новый комп и будем столько играть. Так, хлоп. Секунду, я это. Ну что, ты можешь подключить? Перед уростом. Когда демона купил? Ага, это потом. Итак, я играю перед броском сокрушительный удар. Убираю один кубик, но после этой атаки защищающийся будет оглушен. Оглушен. Сразу рассказываю, что такое оглушен. Получишь карточку. Здесь, в принципе, написано. Когда вы защищаетесь, не раскрываешь карту защиты. Или если перед броском кубиков для атаки выберите удалить один кубик. Когда ты атакуешь, у тебя будет на один кубик меньше. Ты сам выбираешь какой. Вот. Это состояние сбрасывается то после того, как тебя атаковали, либо ты атаковал. Все. Надо оглушился. Да. И хочу потратить еще аргент энергию. Ой. И вот это кто ты? Да. Да, мне 3. Замешай, пожалуйста. Вот это все остальное. Дай третью. А теперь я посмотрю, что там тебе. Ну да, естественно, вот это вот сюда. Он все равно не показывает. А это два сюда. А? Он же все равно не показывает. Кто? Или когда он получится? Вов, ну что ты лезешь? А, как вы слышали слово. Атаку. Нормально все. Да. Суть не в том, я подкладываю карту, чтобы максимально ему впиндюрить. Один красный я убираю себе из атаки вот за это. И беру себе два вот этих. Так, после. Хорошо. Угу. Вот, хорошо, мне нравится. 4. Я в укрытии, поэтому первая карта. 1. И играю броню как реакцию. Когда вы защищаетесь, можете сыграть эту карту, чтобы добавить 2 щита. Угу. Затем возьмите 3. Одну карту действия. 3. Тебе 1. Одна, и я оглушен. Ты оглушен, и я играю карту «Взрывная волна». Сыграйте эту 7, карту да? После того, как демон завершил атаку, нацеленную на несоседнюю фигурку. Бросьте один красный кубик, каждая фигурка, находящаяся на соседней клетке, получает столько... А, ну соседние, да, оба. Защищающие получают один урон. То есть и там не защищайтесь. Понятно, что он меня атаковал. Всем по 2 урона вот этим двоим парням, пожалуйста. Выпишите. Да.
Чё творит? Вот поэтому, да, я тебя и атаковал. Чё творит? И, в принципе, вторая атака. Сейчас у него же две атаки. Вторая атака, так, у тебя один. Альфа. Альфа в самом конце, да, стоит? Да. У тебя два. У тебя два. Смогу я тебя... Знаешь, это еще... Смогу я тебя допилить или не смогу? Наверное, я не смогу. Что? Что? Не, я, блин, не смотрю. Я просто тут очень плохо разбираюсь. Здесь стены, где какой-то лошадка, тогда это круто и все такое. То есть вот здесь оранжевое, это просто так, не смотрю, никак. Блин, а там у тебя сильные карты, я боюсь себя атаковать. Просто... Хотя ты возьмешь верхнюю, я положу... Только на квадратики смотри. Да, давай, наверное, в тебя же. Давай, ты мне оглушение таким образом снимешь. А, я же сниму оглушение. А, подожди. Вообще, 2 секунды. Ну, типа, я... После буду... того, я понял, как вы совершили атаку, или после того, как вражеская атаковала вас. То есть от взрывной волны, если ты получишь урон, оглушение не снимешь. Да, да. Тогда стреляем в Славика. Ты же впереди стоишь. Да. Вот так. 3. У меня же нету этой. О, давай Славика оглушим. Чёрт, нет. Я сниму у тебя оглушение, зато ты не защищаешься, понимаешь, в чем фишка? Ну да. Да, я тогда лучше в тебя стрелю. Давай. Повесь, мы уже оглушили. Ну замечательно. Он теперь на защиту не кидает. Ну да. Тогда я полную атаку кидаю. 5. Ну все, проходит оглушение, я снимаю. Да, снимаешь оглушение и взрывная волна, еще одна. На тебе 5. Еще одна взрывная волна. По одному еще вам, пожалуйста. Этим сэром. Все. Активация Ревенанта закончилась. Дайте мне ход, пожалуйста. Ну, возьми. Ты как мешаешь? Ты как мешаешь? Как могу, да? В следующий раз ты мешаешь. Хорошо, да, хорошо, тихо, вот мешаешь, нормально. Спокойно. Импы сейчас добьют всех. Импы. Да нет, у меня еще... Не, они не добьют, импы. А, вот Чарли могут добить. Нет. Смотри, а мы сделаем как? 6 у меня урона. 1, 2, 3, чтоб ты не был в этом. Что это? Ручку возьми, если ты профилизмичек. Тот же что откроет? Естественно. 4. Показывай верхнюю. Да, ты защищаешься теперь. Я не в укрытии. Не в укрытии, да, я специально сюда прибежал. У меня еще 3 будет, чтобы дойти обратно. Да. -2. 2 тебе. 2. 1, 2, 3, отошел. Вот этот имп. 1, 2, 3, пришел сюда. А здесь тут это как атака, как... Блин, а я знаю, какая следующая карта. Ну ладно, что, их все равно надо крутить. 2, давай защищай. Тихо. Там тоже 2, давай. 2. Да. Я же клал туда. И 1, 2, 3 назад ушел. Я выжил. Вот сюда 3. Ходи. Все, теперь ходи. Дави тушкой вот того. Я сейчас сам разберусь. Все, карточку вначале вытащи. Там может быть, да, может быть, там слайд. Какую карточку? Инициативы. Там может Дельта. Дельта. Ну, потом я. Ну да, все там. Забираем пов. Я еще столько сделаю. Блин, вторым импом надо было его глухануть опять. Ну ладно. Да, 4 винанта, а второй с ним глухануть. Ладно, давай, из 2 стволов. Зачем? Мне нужно было максимум урона нанести. Дайте Славику походить. Да пусть ходит. Ну чё, не мешаем ему. Из 2 стволов. 3. 3. Тащи. Сначала цель вообще назначаешь. Ах ты, мамашка. Так, после того, как мы совершили... Ты мог на него наступить просто. Не мог, у меня ладно, нет, все, как бы. Все, давай. После того, как вы совершили эту атаку, можете бросить один красный кубик и выбрать одну фигуру соседа. Очень медленный, так, танкист. Ну карты так такой. Зашли. Переброс. Перебрасываем. Мы еще в прошлом пати договорились, что такие один. Будем перебрасывать. Давай отсюда. Ну, соседняя. В смысле, не давай, а ты сначала назначаешь, нет, а потом стреляешь. Я в него стрелял. Там атаку или просто урон? Тут, да, других вариантов нет. Хорошо. Все. А, один урон. Просто. Просто урон. Ходи, не атака. Все. Если бы атака, защищался. Никак не защищался. Так, ну, в первую очередь мы сделаем рывок. Просто скорость 3. Давай. Не, слышь, аккуратней с компонентами. 1, 2. Забрал. Ну, понятное дело. 5 вылечил. Ну, чем меньше аптечки, ну. Не, ну а мне либо помирать, либо... Ну да, не, все правильно. Ну и на шатающий. Ну я сам разберусь, ну честное ладно. Слово. Ну что ж ты в каждый ход лезешь? Да. Ну вы все-таки... А почему ты в мой ходишь?
Ой, извини. Ну, раз, два, у меня все так же, на самом деле. Просто, ну, вы как бы в кооперативы играете, почему вы не можете... Да, но я знаю, что мне делать и кого мне убивать. Да, на самом деле. У меня тут же план созрел давно, я знаю, кого мне валить. Во-первых, заряд. Возьмите одну карту действия. Еще скорость 2 у меня осталась. И от этого. Скорость 4 у меня в запасе есть. Теперь наступаю на этого. Убиваю. Осталось у меня еще 3 движения. Угу. 2. А, он же соседний. Все. Вот так, я их повыпилил. А он же... Нет, ему 2 надо, он еще... Нет, он шатается, это же другой раунд. У тебя же не действует это событие. А, это не действует, все. То есть я их просто выпилил. Мне не нужно тратить там дополнительные движения, потому что я диверсант. Мне, я на них с одного захожу. Ну и теперь смотрите, внимание. Разряд играется. Это был заряд, а это разряд. Добавьте к этой атаке один черный кубик за каждую другую карту электростатической винтовку, которую вы сыграли в ходе этой активации. Вот я играл заряд. То есть я кидаю 2 красных, один черный по ревенанту. Это основное действие, ты бегал. Нет. Я не бегал, Вов. Я делал рывок. Но это не бег. Вау. 5. 3. Сколько ему для шатания? 6. Угу. Так. Ну, поскольку я лидер, могу играть 2 действия. Я не бегал, я играю еще тройную очередь. Можете сбросить с руки одну карту, чтобы перебросить один кубик. 3 красных куба. Четыре. Три. Шесть. Шатается. Да. А движение у меня оставалось, кто помнит. Посчитай заново. Не. Раз, два, три. Ну вот, ну вот у меня. Его нельзя убить. Шатание. Да. У него цель. А сколько у него урона сейчас? 6. Ну все тогда. Надо 8. Раз не могу убить, тогда все. Все, убирай тогда оттуда одну мою карту. Да. У меня один демон выпилили. У меня вот сразу вопрос есть. Давай. Я хочу его озвучить. На, Миша. Если здесь стена, можно ли ходить наискось? Да. Да. Хорошо. Я в конце хода должен добрать до 3. А где еще одна карта? А, все, импов не осталось. На. Раз, два, и мешаю. Импов осталось. У меня один ревенант. Стойкий. Оловянный солдатик. Сейчас, если он не первый, он умирает. Кто? Ревенант. А, ревенант, да. Если он не... Ну, вот, может быть, от этого он не умрет только. Ну, шанс у тебя 1/4. Да, да, маленький. Так. Ты помешал, да? Да. Хорошо, я тоже. Ну, то если первый будет ревенант, то я играю за Дениса. Все, все готовы? Погнали. Дельта. Дельта кто? Пулемет. Человек. Ну все, вали его. Так, ну давай, чё. Ты уже не в укрытии? Или в укрытии? Ты вот этот? Да. Ну вообще через себя в укрытии. Тогда прицельная очередь, она игнорирует укрытие. Хорошо. Дальность 7. Чё спрашивал? А, ну окей. Так, слушай. Малкара мог бы больше сыграть. Так, 3. Применяю инстинкт убийцы, могу перебросить любое количество кубов. Ну, 4. Да, там ничего. Ну, только у ворот разве что. Все. 3. Неудержимость. Сыграйте карту, когда демон защищается. Добавьте одну вот эту демонскую фигню, а у него это у ворот. До свидания. Ну, карту сбросил зато. Ладно. Ревенант мощный. А, я ж не лидер. Ну, все тогда. Ну, тебе давать. А, у меня скорость 3, поэтому могу еще походить. За стену. Я целый невредим. Дело твое. Куда мы пойдем просто 3. Дальше? Я думаю, очевидно, да? Сюда ты пойдем. Ну, окей. Все. Доставай. Я достаю широких штанин. Кому ты мешал? Себе? Альф. Молодец. Вова, лидер, давай дважды. Дважды. Два основных действия. 4 карты взять должен. 4. Плюс одну берешь. Ладно. Боевой дробовик. Пошел на 4. Да, на 4. Раз, два,
Огонь. И огонь, да. Маневр. Маневр, да. Да, что ты думаешь? Три. В двух клетках. А, да. Тащи. Один. Два. 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 Ну, сдох, да, я ничего не могу. Ей. А на этот надо наступить еще, да, на образец? Да, чтобы забрать. Так, я за убийство этих импов должен был взять две карты за жестокие убийства и восстановить четыре, ну, короче, до максимума. Да. Я сыграл. Был бы я спортивным игроком, я бы сейчас не разрешил. Да, я сыграю еще хорошо, что мы действие, как лидер, второе лицо к лицу, супер добровик, ну, неважно. Врывайся. Подошел, два взял. Ты не можешь так пройти, потому что там... Там импас. Да. Обходи. Ну, там тоже два движения. Где у него тут не импас? Раз, два, три. Да по диагонали, вот так, да, раз, два. Раз, два, три и открыл. Да, вот это... Три и открыть, чтобы четыре нужно. Четвертый открыл, да? Все открыл. А он не может с этой клетки его открыть? А вообще могу отсюда открыть. Это же соседняя. Раз, тоже. Два, три. Ты открыл отсюда. Не, по-моему, соседние считаются не по диагонали. Ну, отсюда открыл, какая разница? Или по диагонали. Отсюда. Да, по диагонали тоже соседние, да. А соответственно, ты отсюда можешь открыть. Можно открыть оттуда? Давай отсюда. Отсюда открыть. Вот этот жетон забери себе. Ну, он же, ну, нет. Просто нет, смотри, вот так. Себе. У меня выстрел есть. Так, ты будешь в укрытии. Спасибо, Вов. И теперь порталы. Вылазят демоны, и сюда замешаются мои карты. Я им еще покажу. Смотри, мы должны были одну захватчика удалить, которая у тебя тут лежала, когда мы последнюю группу выбили. Да, удали. Ну, сейчас добавишь, не переживай. Итак, поехали, синий портал. Два импа, два аргент энергии. Нет, здесь. Вот здесь будет два импа, два аргент энергии. Где импа? Сейчас я импов своих найду. Куда их дел? Человек, анекдот. Стоп, это сброс, это не демоны. Это вот здесь. Это моя рука. Это вот так. И поехали. Две аргент энергии на импов. Два импа вылезли где-нибудь вот здесь. Дальше поехали. Вот здесь. Здесь три импа. Без аргент энергии. Да. На них можно. Там все фишки. И желтый портал. Ну давай, тут будет как о демоны. Хотя ревенант сильнее. А ну-ка, давай как о демонов. Давай, чтобы разные были. Давай как о демонов. Две каки. Одно, естественно, одно из них я дам вот этот жетон. Вот этому. Mm-hmm. Два каки, два импа. Как о демоны летают, поэтому можно спокойно сюда ставить. И две аргент энергии. Аргент энергии положу на как о демона, естественно. Где он тут? Опять не подойдет. Итак, у него скорость 5, дальность 6, 3 красных куба кидает, 6 здоровья, 4 нужно, чтобы шатался, полет во время, понятно. Хрум, когда вы атакуете перед броском кубиков, если защищающийся находится на соседней клетке, замените 2 красных на 2 черных. То есть вблизи он классно бьет. Ну, хрумкает. И плазменный трос есть. После того, как совершили атаку, защищающий становится оглушен. И 2 аргент энергии, естественно, положу на карту. Все, появились. Все появились. Жахаю из дробовика. А они в укрытии все будут. Ну и хули вот. Ну давай. Обычно кого конкретно? Не будет никто. Кого? Кто в укрытии? Раз, два, три. Вот в этого. Ну вот он не будет в укрытии. Если вот из этой клетки провести до всех четырех, можно. Этот не преграждает? Нет. Преграждает. Ну там вот в этого и струну. Тогда в него и сука. Да не важно, они оба в укрытии. Кого хочешь? Не, вот этого, ближнего. Хорошо. Давай, убей ближнего своего. Давай, убей. Пять. Ёшки. Три. Убил. И за каждого соседнего еще пока... нет, не за каждого, а всего один куб. У меня же ничего такого. Нет, ничего. Три убил. Так, они возьмут одну фигурку. Одну фигурку на соседней, то есть не всех. А ты замешал. А мы должны замешать сюда одного захватчика. Не, я не буду сбрасывать ничего. Двух. Теперь две группы демонов, двух захватчиков. Можете бросить один красный кубик и выбить одну фигурку. И мешай. И кидаю красный кубик. Кидаю. И выбить одну фигурку, находящуюся на соседней клетке защищается. Да. Выбранная фигурка получает один урон за каждый этот. Убрать? Два урона. Вот ему. Ну да.
Ого, ну он шатается. Шатается. Теперь из пистолета в него. Ну, достаешь? 4. А, да, есть. Кидай. А, ты лидер. Да. Блин, второй красненький. А, ну, короче, не буду класть, а то он сейчас сдохнет. 3 урона. Ну, там с защитой. Нет. Не, можно... Вау. А, нету. До свидания. Ничего себе разошелся. 2, 3, 4. Еще раз из пистолета, 102-го. А. Я разошелся. Хорошо, давай. Вот это заход. А, я ж могу. 2. Он же в укрытии был. Не, ну там ему не давал, этот давал укрытие, он умер. А этот не давал, это уже без укрытия. Этот в укрытии. А этот в укрытии, да. Как? Вот этого я убил. Подожди. У него стена. А к этому были напрямую. Вот из этого угла никак, ничего не заняли, он не в укрытии. Ну, не знаю, ну там 2. А, 2, да, так? Да. Ну, нет. Все. Все. Хватит уже моих демонов убивать. Хватит, остановиться можно. Хорош. Понеслась. Вот, остановитесь. Вот именно поэтому я не вышел. Я. Захватчик. Поехали теперь демоны. Раз, два. Хотя он даже вот отсюда, он не так в укрытии будет, а так и будет без укрытия. С этого угла до всех достаю. Раз, два. Стреляю сюда. Так, импы. Плюс 2 к дальности, 1 красный кубик, да. Аргент энергию потратил. Карты набери. Зачем? В конце хода ты должен добрать карты до 3. Свои? Да, да, в конце свои? Активации. Ты добираешь до 3. Все так. Перед атакой я играю сокрушительный удар. Ой, кажется, все-таки добьет он тебя. И... Блин, у него образец. Ну, поднимите. Ты не самый главный. Да, ты не самый сильный. Ну и ладно. Самый сильный Чарли это с бензопилом, фиг ты где. Короче, сокрушительный удар. Я этот красный кубик, который мне заряженный дал, я его убираю. Ты будешь оглушен. И 2 просто двумя красными. Так. Так, подожди. Стой, тормози. И сыграем демоническая точность. Перебросьте любое количество кубиков. Давай. Ну, бывает. А ничего. Вообще ничего. Вообще ничего. Ну, 2 и оглушение. 2 и оглушение. И у меня осталось 4. 1, 2, 3, 4. Поехали дальше. Вот это ты их тут наспаунил. Хотя... Подставляться. Вот здесь, да, я стоял? Угу. 1, 2, 3, 4. А эти пусть там стоят. Стоят, окей. Все. Захватчик. Ходи. Каки. Каки. Полезли. Ну, пятна скорость, да? Может, подожди. Я их советую за угла расстрелять. Ну, в смысле, стрелять и уходить. Смотри, как он их поставит сейчас, конечно. Полетели. 1, 2, 3, 4, 5. Это который с жетоном. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Пока спрячемся. Поставил, конечно, так. Вот здесь мне не нравится, как он стоит. И вот оттуда треснут. Давай вот сделаем вот так, а этого вот сюда поставим. Вот так. Вот так мне больше нравится. Ну и я. Не особо делать нечего, на самом деле. Я пойду возьму тогда вот эту штуку. Да, дальности у них не хватает. 6, подожди, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я могу вылезти, но не хочу. А, Вове, да. Да, я вам в угол схожу. В угол схожу. Там, нет. Он там не только полечится, там прикольно. Сбрасываю карту, играю бег. Ага. 1, 2, 3, извините. 4 взял. Нет, это не это. Ну, я по диагонали. 3. А, 3, хорошо, понял. Взял. Надо замешать карты. Не замешать, просто положить на свои сверху. А, окей. Они у тебя будут типа следующие. Их помешай между собой. Знаешь, 3 очка движения. Да. Беги вон туда. Я побегу. Молодец. Портал. Да. Молодец. Да ну не туда. Ну зачем? Все. Все, да. Статус. Не слушай демонические голоса в своей голове. Че, лидера команды победы? А? Ну, так, ты контролируешь батончик. У меня карты... Как и демон получил. Ну, давай. Все правильно. Давай. Ну, или бери себе, не знаю.
3. Я с новой пушкой. Раз, два, да, и самый здоровый. Три. Лучше он пусть лидером будет. Три? Да, давай не. Что у меня? Это что? Включаю карту. О, ну ничего. Вина тоже просто внушает, он лежит. Где? Там валяется. А, срежь. Все, до свидания. Его пока нет. Да уже и не будет желтый похоже. Почему? А, вот здесь. Это красный. А. Там нет ревенанта. А, нет, есть два. Так, карту. Либо ворона. Один. Все, взял карточку безумного убийства. Так, а у меня нету этих, которые. Жаль, тут нет. Другим этим играем. Нормально. Есть классная карта тьма. Нормально. Нормально. Так, ты помешал там, все? Да. Давай. Играем? Да, играем. Альфа. Альфа побежала, сбросила. Ну, демоны, держитесь. Ты беги лечиться. Да, я бегу лечиться, надо бегать. Ну, у тебя движения не хватит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну да, да. Беги. Да, так это все сбросит. Беги, куда, беги. Ты беги. Да, да. Очень важно. Раз, два, три, четыре, пять, как ты через красный человек бегаешь? Нельзя, красный нельзя. Ну да. Только так. Вот, да. По-другому не вариант. Дайте вылечу. Смотри. Где он стоял? Вот здесь? Да. Раз, два, три, четыре, пять. У него еще одна часть. Ну да. Что же с ним делать? Ну сюда только пойти. Да стой там. Зачем? Дальше от демонов. Да. Сложнее будет идти. Конечно, вот этот со своими пять аж вот сюда прибежит. Ага. А мне потом-то вперед все равно идти. Ну хорошо, да. Ну и добрал ты. Все. Дельта. Да блин, когда я буду? Ты после демонов. Да. Походу, да. Сейчас демоны тебя покусают, потом будешь ходить. Ой, я просто прибегу, наверное. Ходите, покусаемся. Все. Давай. Ты вперед хочешь убежать? Нет, я добежать бы просто, потому что у меня опять все плохо очень. Слав, не подставляйся. Побежал. Раз, два, три. Ну здесь останься, за углом. Три. Все, ничего больше не делаешь. Ну, побежал. Не, ну может, захватчик. Вот так. Угу. Как и демоны. Давайте, Каки. Каки, погнали. Зачем ты подставился? А, у него пятая скорость. Такого. Раз, два, три, четыре, пять. Замечательно. Так, здесь раз. Два, три, четыре. Этот никак. Раз. Два, три, четыре, пять. И тебя еще атакуем. Всем атакуем. Всем. Все отхватят. Давай. Хотя смысл ему его выдвигать. Поехали. Раз. Два, три. Четыре, пять. А, нет. И пришел в грызть Славика. Итак. Кстати, ребята, чем? Можно я Властелин ходит. Спасибо. Трачу аргент энергию. У меня плазменный трос. После того, как совершили атаку, защищающий становится лучше. Так, теперь у меня полет. Фу, какой полет. Молодец, прилетел. Хрум, когда вы атакуете перед броском кубиков, если защищающийся находится на соседней клетке, замените два красных на два черных. То есть у меня два черных, один красный. Сейчас еще импы потом будут ходить, блин. Естественно. Так, ты не самый сильный, да, поэтому... Кидай, поехали. Четыре. Так, демоническая точность. Вот эти два хочу прикинуть. Во, шесть. Так мне больше нравится. Шесть. О, прошу, молодой человек. Пять. Ну пока, да. И оглушение. И оглашение тебе. На тебе оглушение. Нет, не следующее. Наступление. Сыграйте. После того, как демон в ходе своей активации совершил атаку. Демон может совершить одну дополнительную атаку, нацеленную на другого пехотинца. Вот. Я хочу атаковать Вову. Подожди, а Вова сколько? Два? Два. Да он бы и так, в руках когда. Никак.
Вот именно, я же говорю, шляпа какая-то в руках у меня. Броня, что ли? Нет. Нет. Он не туда ее сунул. Да, вот это зря сбросил на другую полосу. Да, давай, давай, Фила. Наступление. Хочу на Фила. Я кидаю адская сила еще сверху. Добавляю один черный кубик, потому что ты у нас модный тип. Он самый здоровый. Сыграй теперь карту. Перед тем, как сбросить любые кубики для атаки, нацелен на пехотинца с наименьшим уроном. У него меньше это всего я. Урона. Да. Добавляю один черный кубик. То есть у меня три красных и один черный. Mm-hmm. Три красных и один черный. Четыре. Будем ли мы перебрасывать? Наверное, нет. Нет? Нет, четыре. Хорошо, проверочка. Давай проверочку. Три. Хорошо. Теперь играем карту. Когда вы вот эту. Когда вы защищаетесь, можете сбросить эту карту, чтобы выбрать и удалить один кубик. Два. Два проходит, пожалуйста. Хорошо. Играю реакцию. Крупный калибр. Угу. После того, как вражеская фигурка совершила один атаку... Один проходит, как ты считаешь? Как ты считаешь? Ты же на щиток кинул. Еще один щиток. Все правильно. Да-да-да. Крупный калибр. После того, как вражеская фигурка совершила атаку, вы можете сыграть эту карту, чтобы совершить эту атаку, нацеленную на эту фигурку. Отлично. Я знал, что у него это карта. Дальность 6. Давай, два давай. Черных кубика давай. По кайке. Давай, мочи. Мочи, мочи, мочи. Давай. Два. Очень страшно. Теперь смотри. Его один щит. Один. Не. Ну, накинь, иди. Ну, вот ему один. Все? Да. Второй демон. Раз, два, три, четыре, пять. Бьет тебя. Давай. Ты по-прежнему у нас крутой, поэтому адская сила. Один красный. И мне нужен... Я еще один черный кидаю, короче. Угу. Еще один черный добавляю. А что? За адскую силу. А, давай. То, что на соседней клетке я добавляю два черных. Кусь. Кусь, да. Вот это я перекидываю. И еще один черный. Да два, да? Запомнили? Три. Три. Слабо, да. Очень слабо. Ну, три. Что-то ну, смотри. Здесь ноль. После того, как вы совершили атаку, плазмный трос. Да, давай еще тебя глушу. Хорошо, здесь 0. Угу. Играю броню. Минус 2. Все. 1. 1. Нос оглушение. Нос оглушение. Я оглушу. Мы все оглушим. И карту возьми. Карту за броню. Мы теперь все оглушим. Клево. Да, так. Клево. Все, оглушим. Ты отходил? Да. Как и демон, все. Таймпы! Стреляй! Ну давай. Так, у вот этого. У последнего, да. У этого как один? Мы засунем там фигурку. Да чего вы парите? Не засовывай. Пусть лежи. Тебя чего, он напрягает? Да не, что? Лишь бы, чтобы по-твоему что там было. Раз, два, три. Да и отсюда я... Что-то. И я могу отсюда стрельнуть в Славика. Ну, все, он будет в панике. Ну да, в любом случае. Ну, он-то не кидает защиту. Он все равно не кидает защиту, поэтому пофигу. Хоть помеха, хоть не помеха. Да, у меня сунул. Раз, два, я даже отсюда достану. Раз, два, три, четыре. Славика, два красных куба, заряженный третий красный куб. Четыре тебе, на. По проверку. Он оглушил. Я что, зря его глушил, что ли? Славик, поехал домой. Ну, первый фраг. Почему? Да, мой первый ход, родится, да. Он родится, может, там же. Что? Да, убирай фигурку с поля пока. Свой ход выставишься. То есть вначале только своей следующей активации ты возродишься. Ну и выйти он сможет из этого портала. Ну вот если уйдешь, то... Если ты уйдешь, то... Если он выйдет из этого портала, там будешь стоять, или фраг будет, и сдохнешь. А на тему это фраг будет. Давайте не будем заморачиваться. Не, ну такого любого по-любому не будет, поэтому какая разница. Ты хочешь убить его телефраном? Да не убил. Давай, твои импы еще не ходили. Давай, что? Так. Он стрельнул, может... Стрельнул, убил. И у меня было всего два, у меня, значит, еще четыре. Раз. Два. Подожди. Раз, два, три, четыре. Потому что нет смысла там прятаться.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, в очередь, сукины дети. Три, четыре. Ну вот они выстроились практически в очередь. Все, импы походили, теперь... Теперь я, наконец. Давай же, убивай. Сойди с точки. Кого-нибудь. Я оглушен. Да я-то сойду. Ну, минус один куб всего-навсего. Твои атаки первые. Ничего страшного. Да. Раскрутка. Скорость 1, возьмите две карты действия. Угу. Беру две карты. С пистолетом, просто не реакцией. И сразу выстрел. Да что ж такое, а? Отошел из портала. Так, у этого один, да? Если бы он у меня был, я бы это сделал. Возьмите заряд, возьмите одну карту действий. Можно. А ему нельзя. Все, мальчик. Да кому я подсказывал? Не, ничего, ничего. Мы между собой разговариваем, ты тут при чем вообще? У меня ход уже готов. Я сидел, ну, уходи! Хожу. Чук-чук. Советовать закончите, я похожу. Еще один заряд. Блин, не пришла эта карта. Ну, быстрый выстрел. Поэтому. Там надо кубик из-за оглушения один убрать. Ну, то есть один красный кидаю. Давай. Оглушение уходит. Два. Один. Так. Бесконечный огонь. Сколько у него осталось до этого? До... Два. До этого два осталось? Осталось. Из-за смерти я должен был сбросить вот эту карту? Нет. Не написано. Значит, нет. Нет, нет, они остаются. Так, бесконечный огонь. Вы можете совершить эту атаку еще один или два раза. Ну, короче. Поэтому. Пум. Четыре. Два. Два. Зашатался. Зашатался. Отлично. У меня есть ход. Ну вот, у меня тут 4 движения. Угу. Поэтому я его прикончил. Взял карту. Взял карту. Похилился на 2. Похилился на 2. Прекрасно. О, отлично. Боеприпасы. Сбросьте эту карту, чтобы взять две карты действия. Подходить по магазину. Раз. Это замешиваем. Но у меня бесконечный огонь еще работает, я еще дважды эту атаку могу делать с двумя черными кубиками. Зря замешался. Почему он работает? А разделение огня что? Не понял. Ты замешиваешь только сброс. Те карты, которые ты играешь в результате активации, они перед тобой лежат. А сброс это отдельно. Шок. Бесконечный огонь у меня лежит. Все. Я просто эти добавил. Нет, вот все, которые в этом активации, в этой ты играл, они лежат перед тобой. А сейчас, если тебе нужно взять, ты замешиваешь сброс. Я играл бесконечный огонь, тройную очередь, две карты, заряд, одну карту, заряд. Быстрый взять бой. Две карты какие-то. Быстрый выстрел я играл. Вот раскрутка. И раскрутку. Я. Вот она раскрутка. Туда. Все, а вот это теперь мешает сброс и из него потом бери. Эти уйдут в сброс только все, в конце понятно. Твоей активации. Одну я взял, и еще одну. Ты сейчас спорить со мной? Нет, я просто что-то думаю, что... А, ты смотрел? Да, да. Просто, ну, давай, хорошо. Так, короче, еще атака по этому летит. Хорошо. Там же 5. А там нет. По демону. 4. Хватает. Ну и, соответственно, захожу, добиваю. Нельзя. Нельзя. Он с целью. Точно с целью. Хорошо, тогда еще это вторая атака была, третья. Верни обратно. Еще два. Нет. Тройная очередь. Второе основное действие. 4. Ну и подобрал.
все. Что следующее? А, все, у нас раунд закончился. А. Статус. Так, эту... Кому? Ушел это. Славик нульцевый вылезет. Я оттуда тоже ушел, как один. Тебе, короче. Да. Смотри, там на одну группу монстров да. меньше, там только одна осталась. Что, понеслась? Да, понеслась. Захватчик. О, это хорошо. Классно помешал. Ну, как всегда. Что у нас тут? Вова, двух. Так, а что у меня есть? Ну, у меня есть вот это, вот это. Пах нету. Ну ладно. А это у меня шагники. Ну это пусть. Сейчас, секунду. Раз, два. Сюда, например. Здесь же, да? Четыре. Шмальну в него. Но он закрытый сюда будет. Ладно, попробуем хилом бить. Давай. Имп сюда вылез. В тебя. Два красных куба. Три. Минус один. Два. Получил два. И броню играю. Ноль. И беру карту. Замечательно. Следующий. Буду, конечно. Раз, два, три, четыре. Дальше. Раз, два. Вышел на атаку. Стреляем. Давай. И сокрушительный удар. Убираю один красный. Красным. Два, и ты вышел. Ну, а там сколько? Два прошло. Крупный калибр. Вот это считается следующей атакой, да? Да, это атака получается. Ну да. То есть ты мне повесил оглушение. Один черный куб. Я урон не получил. А сейчас, подожди. Ты два урона получил. Два урона получил, да. Да. Вот. И эту атаку, крупный калибр, как реакцию, я провожу уже с оглушением. Да, то есть один черный кубик, но это уходит. Да, все правильно. Добро. Оп! Ну, вообще перекидываем. Перекидываем, перекидываем. Два. Два. Вот, теперь смотрим. Один. Один. Шатает. И раз, два, три, сюда четыре ушел. Блин, там еще целый. Тебе уже играть надоело? Раз, два, три. Сюда же. Больше у меня, к сожалению, сокрушительных ударов нет. Поэтому просто два куба. Нет, так дело не пойдет. Демоническая точность. Перебрасываем. Три. Один. Минус два, один. Хорошо. Хорошо. Так. Это сколько? Он вот здесь стоял? Да, раз, два, три. Было. И еще три у него. Ну, вернись назад. Два, три. Этот подходит. Раз, два, три. Туда же. Просто два куба. Хлоп. Три. Замешиваем. Давай. Минус два. Да что ж такое? Один. У тебя еще один есть. Раз, два, три. Нет, у меня больше. Ну, вот это. Вот это точно. Врешь, не возьмешь. Давай, отсюда же, туда пошел. Два куба. Давай. Две единички. Подожди, подожди. Двоечка выкинь. Подожди. Ну, рано ты. Ну, окей. Ну, давай переброшь. 5-6, это 2. Давай две шестерки просто. Мне все равно уже активация. Ну, ну и так, и так, два. Да. Не прошло. Не прошло. И шесть. Сюда вышло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А че? Ну, не знаю. Вот так. Ну что, ну ты открывай, мы открываем эту дверь, и он может открыть эту дверь. Он не сможет. Да кто же будет эти двери-то открывать? Следующий? Альфа. Он не быстро, он если что подойдет, ему плевать. Альфа, это сложно. Все, мои активации закончились. Может, теперь сижу и терплю. Просто так, реакцией. Это не реакция, это дополнительное действие. Ну, доп. Действием. Доп. Действием, да. Раз, два. Зачем? Один зависло. Угу. Пока что.
Лицом к лицу. Через этот мок, раз, два. Да, там да, красную да. нельзя ходить. Через красную линию нельзя ходить. Да, слушай, точно. Так наискать же, нет? Раз, два. А, раз, два. А, тогда там три. И вот да. еще четыре. Ну, забегай, я просто смотрю вот эти. Да. Идут летом. Это раз, просто, два. Это же реакция. Угу. А вот это... А это основное действие. А вот это? Это лежало до этого, это сброс. Ну, тогда... Сброс — другая тема. Не, просто нет ни одного действия, которое бы по-другому действовало просто. Ты хочешь твой сброс, нет? Ну да. Вот это... Это тоже пусть ходит. Ладно. Смотри. Можно там сказать? Да, конечно. Раз, два, стреляешь, три, четыре, убегаешь. Да это она один могу выйти. Ну хотя да. Раз, два. Огонь. Ну, вот в этого, да. Угу. Четыре. А, ну. Шесть. Шесть. Только уклонение. Спасет отца. Пять. Ну хорошо, пусть будет уклонение. Не. Ну там, соседа. Соседа. Один. Пришел один. Шатает. Сосед зашатался, я могу его задавить. Сосед зашатался. Можешь соседа задавить. Да, я просто подошел, задавил соседа. Ну, тебе хватает? Нет, два. Два надо, чтобы наступить. А, наступить три. Нужно три тебе. Раз, два, три. А, ну тогда раз, два. А здесь у тебя есть еще какие-то? Быстрая, может. Нет, нет. Нет. Отошел. Ну, все. Две карты взял. Ну, вторую замешал. Все? Следующий смешник. Дельта. Дельта. Я предлагаю высадиться здесь, убить его, потом телепортироваться к вам. А. В чем проблема? Да лучше бы ты нам здесь помог. Этот один там как ну, бы не страшен, а вот эти с толпой навалятся. Появляюсь. Здесь. У меня просто... Хорошо. Лицом к лицу. Раз, два. Стреляем. Где дробовик? А в кого стрелял? Давай в раненого. Да зачем? Два добил. Добил. Красный куб за дровой. Два. Соседу. Два соседа шатается. Дави. Две действуешь. Жлиди. Дальше. Три, четыре не хватает. А тут шли демонов вообще. У меня с одним только. Давай так. Быстрый выстрел. В него же. Я не дохожу. Ну, три выстрела. Да. Давай. Проверочку. Ворот. У тебя движение там. А, не было. Ну, 3-4, да? Вот я есть основной действие, ты видел. Да сбросить карту. Слишком дорого, чтобы сбрасывать ради этого карту. Поэтому 3-4. Мочи. Давай просто лицом к лицу. Указывай, что надо. Блядь. Я его подбодрил, ты чё? Уклонение. Хорош. Не указывай, блин. Чё? Ну, я мы знаем, кто до следующего. Это шутка жизни. Была. Да не принимай серьезно. Идите вы со своими шутками, блин, бесите меня. Ой, да ладно, мы все друг друга бесим. Шутка! Стоп. Второе действие, да, все. Не, то, что мы тебя бесим, это не шутка, по-моему. Так, а посмотри. Мы все друг друга бесим. А у тебя сейчас лидер. Ну, лидер. Ты набираешь 4 карты. Нет. Ты получаешь добрый эту диалоги. Карту, как там читай. Там читай, как написано. У тебя когда не вы предел... получаете карту лидера, ты берешь карту. А в конце хода ты дотрёх. Предел руки не увеличивается у тебя. У тебя предел руки 3. Так, ну короче. Вот это я, да? Да. Угу. Давай уже убей кого-нибудь. Скорость. Раз. Да. Смотри, делаем рывок. Вот, молодец. Раз, два. Вот. Так как я диверсант, хорош. Я его давлю. Взял карту, увеличил. Взял здоровье. Карту, увеличил. Демоны сосуны просто. Ну да, тут... Так. Надо будет за сервинанта позвать. Тройная очередь. Скорость 3. Раз, 2. Ну, на самом деле, так вот, да. Раз, 2. И стреляю в этого. 3 красных кубика. Давай. Сейчас смотрю уклонение. Давай. Да там что-то не нули только выпадет. Пять. Они чит. Сдох. Да? Вот.
можно жить. Раунд закончился. Одна группа захватчиков. Статус. Обновляйте. Кому лидеры? Две. А, раз. Так, два, раз, два, три. Три. Вот это надо вот этого добивать. Это, соответственно, вот это не, кто? Да не надо, это я. У меня все ближе, очень, ну, стрельбу. Давай мне лидера. Дверь открой, дверь открой, там нужно что-то сначала еще? Этих убить. Так сижу два, придурка. Ну, нет. А там знаешь, сколько сейчас вылезет? Нам вот эти два потом вот здесь будут стоять. Вылезет. Не надо. Этот не будет. Он вам будет бегать. Если мы все будем, он два хода тут сюда. Ну, это вопрос будет. Одного хода, на самом деле. Но... он сюда подойдет и постреляет уже. Я оттуда уйду, как раз, чтобы открыть дверь. Давай, ну, если интересно мое мнение, я бы не стал открывать дверь, пока мы этих двух не выпили. Там барон Ада, там очень какой там барон Ада? Там два ревенанта и три импа. Он вызовет барона Ада. Здесь синий и красный. Здесь можно барон Ада. Ну, барона, чудесно, барон Ада, и чё? Во. Барон Ада. Я бы добил сначала импа. Раз, два, три. Зачем ты мешаешь его выполнить? У него отличный план. Я поддерживаю его план полностью. Ты-то понятно. Мне очень нравится его план, офигенный. Вова, это просто 5 баллов, сделай, потому как что ты хочешь. Тогда мне лидер не нужен, ну на тебе, что? Я не дойду. Зачем сюда ты их слушаешь? Ты что, слабак или что? Я отсюда не дойду, я его не убью. Ты плохо себе думаешь. Я убью. 4, давайте, 3. Давайте, 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 все? Можно карту? Можно. Дельта. 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 Это кажется. Да. Да, мочи этого. Что там, я его вижу? Ты его можешь просто задавить. Ты, он в укрытии. Можешь задавить. Просто да, я их задавить. Не буду называть. Задави, да. Просто задавить. Побежать можешь просто. Просто задавить. Сброшу. Побежать. Я зарядку и задавил. Это 3. Задавил. Взял картишечку. Вылетел на здоровье, ну ты здоров. Да, я здоров как бык, поэтому... Стук, это раз, два, три, четыре, да? Угу. Что, открываем дверь? Не, стой там. Ну, 5-6. Да стой, убери. Да нормально. Нормально, нормально. Да просто убери, стой, потом на следующий подкат. Так, появится, короче, сам Чарли, это я. Пройдешь. Ладно, так уж и быть, оставим. Ну, все равно и будем. Мы можем ворваться, на самом деле. Не, не надо. А значит, как до этого, или так, нет, давайте заубьем не это. Надо. Беги, он того убивает, ты шли. Так, у меня карта дополнительная должна быть. Добрал. Блин. Ну давайте, раскрутка, две карты беру. Скорость 1. Блин, мне просто идти очень далеко. Да, всем далеко. Крылышко оставь хоть одно. Ну, хоть раз бери. Еще две карты беру, раскрутка. Че, может ворвемся? Так пилу надо взять. Еще на один. С этой стороны надо заполнить. Слушай, а что с этими картами, которые у меня перебор будет в руке в конце хода, если ничего? Останутся? Ну, ладно. Написано, добираю до лимита руки. А, окей. Блин, тут просто. Отсюда будет раз, два, три. Ну я, может, попробую его убить, ну блин. Я сейчас узнаю. А ты не пробуй, просто. Хоп, хоп. Ну, можно так же. Подожди, подожди. Так проще, да? Раз, два, три, четыре, пять. Я могу побежать. Да, я сам с вами шмальну. Подойди вон к той двери. Просто подойди к той двери. Хорошо. Что, каждый будет свою дверь закончить? Ну, да. Да, кстати, а в чем проблема? Ну, вариант. А надо подходить? Может, я закончу ход тогда просто? Да просто подстой у двери. Все. К двери подойди и стой там. Не могу. Это мне карту надо будет сбросить на бег. А просто движением действия не можешь? Нет. Так ты ж лиди. И что? Ты еще, ну, ты еще ни одной активации со мной не делал. Я не хочу карты сбрасывать. Ага. Понимаешь, они у меня вместе со стрельбой. Плюс они хорошо. Смотри, на руке пехотинца может оказаться больше карт, чем его пределы руки. В таком случае в конце своей активации он просто не берет новый карт. Все, окей. Все, я закончил тогда активацию. Ну, все, тогда я активируюсь. Маневр. Активируется альфа. Альфа. Ну да. Это ты. Я сказал, я активируюсь. Тут просто еще группа... Да, маневр. Ну, раз. Это же здесь же появился. Нет, это два. Это два. Три, четыре. Я сюда стрельнул. Один, два, три, четыре. Да, минус четыре, да. Черный красный. Три. Два, два. Ну, зашатало. Не добиваешь, да? Нет. Ну, на следующем ходу. А это основное действие. Да. Ну, просто он тебя сейчас еще ударит. Ну, а я, кстати, кидал на один. Зарушение. А. Играет.
Ну вот красный, сколько тебе попадание? Один. Один. Ну вот минус да, один, да, один, один, один. Да, да, да. Да. Ну, сбросил. Логично, чтобы ты бы убрал красный куб, правильно? Ну, все, погнали потом. Захватчик. Это взял. Ну, давай я тебя шлепну, что ли. Раз, два, три, четыре. Все достает. Поэтому да. Два красных куба дайте мне, пожалуйста. Нет, твои я не хочу. Они у тебя эти... Крапленые. Крапленые. Два. Ну, два нормально, что. Пойдем. Два. Замечательно. Игнорил. И побежал. И теперь побежал. Раз, два, три. Побегайте за мной. Четыре. Не, подожди. Три, четыре, пять. Ну, короче. Где он? В углу стоял? Ну, вот в углу, да. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, вот сюда хочу. Новый ход. Я предлагаю врываться, короче. Вот это поворот, да? Пора. Ну, все, кроме меня. Мишани. Я не смогу никуда ворваться. Реально, смогу. Давай. Открывай. Я там прям запарил там подкидывать. Ха-ха, красава. Ну давайте, чё. Потанцуем. Заряд. Возьмите карту действия, скорость 2. Раз, два. Заряд. Возьмите карту действия. Замешиваем. Скорость 2. Ну, раз. Покажем еще одного демона. И открываем. 2. Активируются порталы. Из синего портала вылазит. Такой. Два демона. Фу, два импа. Пинч. И вот здесь вот тут его поставим. Нет. Сейчас будет мясо. Абсент энергия. И две абсент энергии. Абсент энергия импа. Потом. Подожди, а я лидера не передал, кстати, в конце. Извините. Что ты там сыграл? Ты еще основное заряда. Действие. Основное я еще основное действие не играл. Ну, нихуя смысла нет. Барон надо появляться вот здесь. Естественно, эта штучка у него. Пиперочка. Вот это убираем. 4 импа. Раз. Два. Так, вот здесь еще надо сочиться. 3. И не вот поедет, знаешь, 4. Что у меня тут? У меня нет, надо так движение. Ну, только так. Все, могу дальше ходить. И... Перки. Да, можешь ходить. Ну, ладно, ты там. Да, там уже гипердемон. Внимание. Нет, гипердемон. Играю разряд. Добавьте к этой атаке один черный кубик за каждую другую карту электростатической винтовки, которую сыграли в ходе этой активации. Угу. Две карты я сыграл, то есть два красных, два черных кубика я бросаю по кибердемону. Хорошо. По барону, извините. У него встроенный щит, да. Я играю стальную кожу. Сыграйте карту перед броском кубиков для атаки, нацеленную на большого демона. Большой демон. Положить карту наверх колоды. Здесь просто три щита. То есть 4 у него там. 4 щита уже есть. Ну окей, на эту атаку только. А, ну да, там одна. Так. Ну солидно. Да. Ну сколько всего? Ну всего получается 8. Плюс 4. 8 минус 4, да. Ну, 4. 4. А для шатания сколько ему? 10. Это же баронада. Ну. Да положи на карту. Баронада. Да, давай вот сюда. Баронада. Быстрый выстрел. Хорошо. Два красных. Три. Ну, минус один, два. Ну, подожди. Еще минус один. Один. Ну вот так. Пока как-то так. Все. Да, баронада хороша. Так. Давайте не. А когда ты положу, то еще один за демона в колоду. Да, докинул одного. Да. Здесь две группы монстров. Все правильно.
Не хочу к этому иметь от никакого отношения. Пока это, да, мы все расскажем, кто же такой Барон Ада вообще. И да, что давай. Это. У него 5 скорости, у него атака 1 дальность, то есть он бьет только на соседней клетке, 2 черными кубами, 13 здоровья, 1 встроенный щит, 10 ему нужно, чтобы зашататься. Мститель. После того, как была совершена атака, нацеленная на вас, получите 2 очка движения. То есть у него, грубо говоря, сейчас 2 очка движения, а он мог их потратить на что-то. Но я это делать не хочу. Я оставлю как все есть. Угу. Хотя 2 очка движения. Почему бы нет? Ну, кстати, теперь демоны могут открывать двери. Нет, пусть будет так. Хорошо. 2 очка не хочу. Дальше. Избиение. Во время вашей активации можете потратить 5 очков движения, то есть всю свое движение, грубо говоря, чтобы совершить одну дополнительную атаку. То есть он стоит на месте, но второй раз будет. Сейчас мне прилетит. Дальше. За аргент энергию. Гигантский огненный шар. Один раз во время вашей активации совершите атаку с 4 красными кубиками дальностью 6. То есть он еще плюется огненными шарами. Он это может сделать 3 раза. Ну, за активацию 1 раз. Давай, 50 на 50, что там сейчас пойдет? Барунада или мы? Открывай. Открывай. Барунада. Баронада. Баронада активируется. Давай. С аргентом. Ну, аргент я могу в любой момент потратить, поэтому давай в начале обычная атака. 2 черных куба. Угу. Так, ты не самый живучий, да? У меня 8. Да, я вот живучий. Самый живучий, поэтому я не могу против тебя эту карточку использовать. Поэтому тебе 5. Воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас раз у ворот. Да? Вторая атака за 5. Подожди, крупный калибр, реакция. Хорошо. По тебе 2 черных кубика на. Летят. Давай. 1-1. Подожди. Ну это технически, я считаю. Второй. Да неважно. Инстинкт убийцы. Когда вы атакуете, можете сбросить эту карту, перебросить любое количество кубиков. Да, вариант. Давай, еще раз 1-1 кинь, это будет ноль. Никак. Три. Здесь один щит встроенный, одно прошло. Один. Вставляю. Получите. Ну, окей. Итого у него... Уже 6. Уже 6. Давай на троечку поменяю. Неплохо, я считаю, ввалил. Вторая атака. Дай мне теперь 2 черных куба. Да, я отвечу тебе. Запарил ты меня. Три. Три. Проверочка. Два. Один. Один. Один получу. Один получил. И огненным шаром туда же. Давай. 4 красных. Три. Три. Минус один. И играю броню. Хорошо. От всего защитился, добираю карту. Ну, еще 2 точка движения с барона. Нету. Почему? Он дважды бил с места. Да. У него уже было... Все 2 очка, и я получил движения? Его активацию. Да. И я должен был их потратить сразу. Я не захотел. Понятно. И они сгорели. Да. Все. Все. Барон надо походил. Да, ходите дальше. Дельта. Мочи. Что у нас? Открой дверь. Барона мочи, не надо дверь открывать. Обходи и мочи. Как он выйдет? Ну, нет. Что? Раз, два, три. Отлично, пусть становится. Как раз по мою здесь. Карту ударить еще раз, только по другой цели. Замечательно, остановись туда. Делай, делай, делай. Нам надо его добивать так, и забирать его хрень. Рывок. Раз, два, три. Дальше да, вот так стой. Да, 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 да. Давай. Он же там ближняя атака. Не проатакует. Ну, он может повернуться вот так. Сейчас он повернется. Из двух стволов. Потому что его атаковали. Во-первых, вы можете совершить эту атаку еще один раз. Ну, поехали. Итак. Так, из двух столов. Давай. О, хорош! 6. Только не у ворот. 2, 3. 3 ему пришло. 9. 9, 1 до шатания. После того, но ты его не можешь убить шатания. Каждую из этих атак можно бросить один красный кубик и выбрать одну фигурку, находящуюся на соседней клетке, защищающейся фигуркой. Короче, когда кубик красный, вот за вот это. За, окей. За соседа. Один ему повесь. Один ему. Ну, ладно. Да. Ну, хватит сбоку. Куда-нибудь там побежим. Пошорная атака пошла. Давай. 5. Оу. У ворот. Да нет, не у ворот. Это 2 щита. И не устроенный 1, 3. 2. 2. Хорошо. У него уже 11. 2 хп осталось. Всего осталось 2 хп. Мочи! Поскольку он лидер второго действия, перезарядка. Вы можете сойти по атаку еще один раз. Да! Блин.
Ну это все, это ГГшка. Три. Три. Два, один. Ох. Два. Три. Три. Еще ничего. Четыре. Четыре. Ну, три пока что. Он. Yeah! Я не могу сделать. Не, ну ему надо подойти и взять. О, я это движение осталось у тебя? Нету. Нету. Блин. Где движение? Ну это уже не проблема. Ну да, сейчас ну, просто давай. Карту открываем. Я все. Дальше. Открывай. А, стоп! 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 Выброс адреналина, получите 2 очка движения. Ну и все. Раз, два. Славян. Как демоны. Куда? Говори, как демоны, полное говно. Почему? Как демоны херня. Они вообще, лучше бы я взял тут ревенанта и расстреливал вас издалека. Ну, да. Ну, просто это была как бы все-таки такая партия для зрителей. Ну, зато мы показали все демонов, которые максимально возможны. Максимальный контент. Да, здесь есть еще манкубусы. Но они слишком крутые, чтобы быть в этом сценарии. И кибердемон. Не, потом... еще вот тут собачки какие-то. А, и пинки есть еще. Да. Ну, пинки, ну, такое, сколько они просто бронированы. Всего 12 сценариев, да. Получается. Типа да. Как две компании по 6. Ну, да. Вот, ну что, мое мнение, я, в принципе, да, уже говорил, я, наверное, там вставлю, если вы не против. Но в целом мы играли, когда в первый раз немножко игру сломали, вот, сейчас эта проблема убралась, то есть мы сыграли... Просто из-за невнимательности. Да, да, да. Ну, мое мнение не поменялось, такой облегченный десент, именно под пивко, то есть покидать кубики. Ну, что-то вот эта партия мне что-то как-то позатянутей на самом деле показалась. Не, мы в прошлый раз дольше играли. Усталость уже сказывается, да, конечно. В прошлый раз мы дольше играли, мы сейчас быстрее сыграем. Вообще, суть в чем? Игра, она такая, прям быстрый десент, очень быстрый. Очень много рандома. Ну, это... Ну, да, она менее управляемая, чем десент. Да, здесь прям вот рандом на рандоме, рандомом погоняет и все. То есть вот за один ход могут барона ада выпилить. Хотя мы играли в прошлый раз, они его там втроем мочили, убить не могли. В этот раз я просто вот как-то... Все. Я лучше карты набрал, руку. У меня закомбились вот эти, видишь, винтовки. Да, я ее полностью было, зарядил, зашел, вплотную барона расстрелял. Конечно, я ему там бешеный урон нанес, чего мы в первую партию сделать не могли на самом деле. Ну вот, поэтому это такая... Мне надо очень просто относиться к этому рандому. Ну, рандом. В прошлой партии Як выиграл. Так я набрал 6 этих. Штука, а сейчас я только одну набрал. Ну, тактика на том уровне, что я бы мог побежать за этим импом, его там начать бить, спустить хорошие карты, либо подождать и ворваться уже и вложиться в последнего демона. То есть тактика вроде присутствует, но она не очень глубокая. А так вот, клевые миньки, клевые компоненты, ненапряжный геймплей, то есть кто любит такие, такого плана игры, побросать кубики, берите. Не любите, не берите, вы все видели, как она играется. Да, это не евро с просчитыванием там ходов, так далее. Тут не надо ничего считать, бежишь, стреляешь, ну, убиваешь. Да, 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 да. Ну, дух компьютерной игры, конечно, сложно передать, будем откровенны, в настольный вариант. Шутер перевести в настольный динамика невозможно. Как бы, ну... Конечно. Ну, из настольных шутеров это, наверное, наиболее близко к реально вот... Хоть как-то к шутеру. То есть вы реально бежите, стрейфитесь, стреляете с пушек, там гранаты кидаете, правда их не видели, но да, сказать вот... людям. Ну, я закончил говорить. Вова, голова болит. Я не хочу ничего говорить. Ну я понял, как комбиться пила. Молодец. Ну, нет, серьезно, если посмотрите, сыграть энтузиазм и рвать и кромсать, это пипец. Ну расскажи нам. Ну смотри, 3, 6, плюс 5, 11. 11 ходов, и да. И минус 3, это уже минус 6. И здесь минус 4, минус 10 ну, шаткость. 3 красных, 1 черный. Минус 10 к шатанию, понимаешь? Он ну, просто да. Пробегает и всех убивает. Клево. Бензопилой. Вот и все. Жалко, мы ее так и не подобрали. Игра прикольная. Он просто бежит вот так, убит. Да. Потому что у него там 10 хода. Но это опять же нужно все 3 собрать. Минус 10. О, это можно было забежать на него. Фу, на него. На барона да забегаешь. Но просто... у тебя все равно как минимум один должен быть нанесен. А его нельзя убить шатанием. А, ну. Ну, в этом сценарии. Шаткость, а по-моему, да. Не может быть ниже единицы. Или что-то. Или... Там что-то написано про это. А так прикольно. Кубики кидаешь, не натяжненько. Командные игры побольше и все. Ну, не знаю. Ну, не написан, да. То есть ты можешь тупо понизить минус там сколько-то сделать. И все. То есть до нуля можно понизить. Получается. До минус один нельзя.
А смысл? Ноль уже достаточно, чтобы их убило. Да. Все? Получается так. Шутка. Маршрутка. Никому нельзя подсказывать. У меня уже ход готовый, блин. Все. Все. Выговорились. Все, друзья, с вами были Твой Игровой. Играйте в те игры, которые вам нравятся. Всем пока. Да. Дай курить.